сумела пронести мину в особняк и прикрепить ее под матрас кровати в спальне Куби. В ночь до 22 сентября 1943 года произошел взрыв. Палач белорусского народа был уничтожен. Сообщение о казни Кубы жители Беларуси встретили как акт справедливого возмездия. Для гитлеровцев гибель Кубы стала огромным ударом. Гитлер объявил Мазаник личным врагом. Похороны Кубы широко освещались в прессе Третьего Рейха, и это было на руку Советскому Союзу, потому что мир увидел, что земля горела под ногами оккупантов. Мазаник, Осипову и Троян благополучно переправили в столицу. 29 октября 1943 года Елене Мазаник Марии Осиповой на жительстве Троян было присвоено звание Героя Советского Союза.